рады опять участвовать в ведущей выставке по оборудованию, инструменту для деревообработки и мебельных производств. Традиционно мы уже участвуем много лет в этой главной выставке страны. И на этот раз мы на 80% обновили нашу экспозицию. Мы возлагаем на эту выставку большие надежды, планы и считаем, что она идет правильным путем, развивается, все больше участников становится. Мы приглашаем не только из близлежащих стран уже, но в этом году мы даже пригласили из далекой Бразилии ведущих производителей деревообрабатывающего лесопильного оборудования, такие компании, как Мендес или фанерного производства Вантек, которые очень заинтересованы рынком России. Тезис, который в свое время президент нашей компании выдвинул, он является главным направляющим. Николай Владимирович Зайкин сказал, что КАМИ должно работать по принципу разумной достаточности. Вот это мы, собственно, и выполняем из года в год, подстраиваясь под бюджеты наших клиентов. У нас ожидания от этой выставки очень большие. Мы пригласили со всех регионов России сотни и сотни наших постоянных заказчиков. И рассчитываем здесь провести плодотворные переговоры.